настроены решительно. Я в первую очередь хотела бы поблагодарить главу государства за такой душевный прием дома, праздничный, радушный. Президент очень нас поддерживает и помогает во всем. Конечно, это очень ощущается, и это дает большую силу, потому что без прямого участия главы государства этого проекта бы не было. Я, конечно, безумно благодарна за то, что мы в этом проекте, у нас глобальные перспективы для нашей страны, для нашего народа, и мы будем со всей нашей возможностью делать все для того, чтобы решить все поставленные задачи. Взять в космос, к сожалению, можно только 1 килограмм личных вещей. И, конечно, возьму свою детскую фотографию, семейную. Естественно, мы взяли белорусский флаг, олимпийский флаг, флаг Академии наук, так как Академия наук, конечно, огромная благодарность. Она принимает огромное участие именно в реализации этого проекта, и хотелось бы поблагодарить руководство и нашего руководителя Бучу Ивана Николаевича, который делает все возможное и даже невозможное для этого проекта, для осуществления нашей цели. У нас очень слаженный экипаж, и, конечно, Олег Викторович Новицкий, как наш белорус, это, конечно, чувствуется и во всем поддерживает, помогает, очень чуткий, ответственный, сильный, умный человек. И, конечно, на тренировках он строгий, но справедливый, и это правильно, я считаю, так как субординацию я держу, и работа это очень серьезная, потому что космонавтика, конечно, ошибок не приемлет, и нужно работать четко. Сработались хорошо. Мы возвращаемся в Звездный городок, в Центр подготовки космонавтов. У нас ожидаются комплексные тренировки, экзамены и уже отъезд на Байконур. И там уже полная подготовка к полету. Не страшно? Нет, не страшно. Гордость за нашу страну, только полный вперед, силы, боевой решительности, всего хватает, поэтому мы готовы.